У Лошадскім парку з'явілася новая алея. Да свята перамоги высадили БЭС. Удзел прымалі ветераны, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, моладзь, а суправаджалі патрыятычную акцыю, песні ваенных гадоў і ўспаміны удзельнікаў вайны. Да 70-годдзя вялікай перамогі беларускія саджанцы пасадзяць і ў іншых гарадах баявой славы. Для этой акции используются сорта военной тематики, которые выведены совместно белорусскими и российскими селекционерами. Это сорта, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Сегодня будут высажены такие сорта, как маршал Жуков, маршал Василевский, Великая Победа, защитником Бреста. Это уникальные сорта, которые были восстановлены благодаря совместному труду ботанических садов России и Беларуси. Очень важная и интересная одновременно акция, на которой присутствует очень много детей. Что не может не радовать, это говорит о том, что память о подвиге ветеранов, она будет передаваться поколение за поколением. Черговая акция по высадке БЭЗу 5 мая ля стен музея истории Великой Отечественной войны у парковом комплексе «Перамога».